Привет-привет! Сегодня... О, Рит, какое сегодня число-то? 4? 4 октября 2014 года. Всем привет! Сегодня на Андреевском спуске день Грузии. Будут танцы, еда. А вот здесь вот очень хотела вам показать очень красивые вещи. Такие сумки из лент. Рюкзачки. Солнце светит. О, да, вот это вот очень красивое. А здесь тюльпанчики такие. О, красота. А вот, смотри. О, Кристи, я тебе с маками дарю. Смотри, какая. Маки красивые. Рит, а какая тебе больше сумка нравится? Рит, какая тебе сумка больше нравится? А вообще, Рите понравились больше носки. Я тебе говорила, не делай. Чем сумки? Не надо про меня вообще ничего говорить. Вот такие рюкзачки. Красивые сумочки. И вот такие сумочки. Горячие грузинские ребята. Все фотографируются. Підходьте, друзі мої, підходьте. У нас є рукавички. У нас є рукавички, у нас є фартухи, у нас є усі засоби гігієни, у нас є спеціальні капелюшки для того, щоб Встановлюють рекорд. Ліпіть хінкалі. Там зараз будуть ліпіти. Пата Кучава, шеф-кухар ресторану Ча-Ча-Ку. Він, власне, кажучи, буде розказувати. Какая картина с грузинскими винами, наверное. О, точно. Еще, о, смотрите, какая очередь попробовать грузинские вина. Сейчас весь Андреевск из Грузии. Вот девочка зазывает пить грузинские вина. Здесь Баграми, грузинская кухня. Что ж там вкусненькое такое? Но очередь большая. Вот такой интересный чехольчик. И вина. Старый Тбилиси, Алазани. Надо попробовать. О, папахи продаются. Такие. Тут же шьют, тут же продают. Какого хочешь вида. Тут такие интересные рожицы. Сейчас снимаю. О, тут рисуют. Мальчик что-то рисует на стене. О, а тут ловят рыбу детки. Сегодня погода, чудо-чудо. Вот такие шарфы. Жилеты. Интересно, можно завязать. Сейчас еще здесь покажу, какие интересные вещи. Это голубая интересная. Вот здесь это керамика ручной работы.
Очень красивые. Вот еще. Тоже красивые. А тут еще шляпы в Аляне. Очень красивая. Хотим купить тоже. Луговицы такой. Очень модно все с валянием в этом году. Сейчас я покажу. Билеты интересные. Джива. Здесь что-то интересное происходит. Вот сколько людей. Здесь интересная картина. Зеленый чай. Отдыхает. Давай на центральную. Сейчас сделаю покрупнее. Интересно. Кто-то играет. А вот эти сумки тоже интересные. Сниму. Пахлава. Нектай какой-то. Ага. И там вина. Сейчас еще поближе подойду. Парус над тобой, поднят и судьбой. Это флаг разлуки стран, ты знамя вечное. Парус над тобой, поднят и судьбой. Это флаг разлуки стран, ты знамя вечное. Da-d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 a
Это сейчас будет мастер-класс показывать грузинских